Приветствую на канале Майер. Сегодня буду опять ремонтировать планшет. Планшет старенький, китайский, но в принципе надежный. Работает долго. Первым делом, что у них летит? Летит, значит, зарядка USB коннектор. Этот коннектор я в прошлом видео заменил. Кому интересно, тот посмотрит. Но своими руками, в принципе, несложно заменить, но все-таки рекомендую, есть там ссылка, купить шнурок USB, который магнитный. Сейчас они в Китае рублей 200 стоят, но это убережет ваши девайсы, значит, от разбивания вот этих зарядных гнезд. Так, и у старых планшетов еще одна проблема, это со временем начинает перегреваться. Почему я смотрю, как отремонтировать, а не в сторону, как купить новый планшет? Да, по той причине, что работает он в принципе хорошо, ну, до сегодняшнего дня, так скажем. Дальше я не знаю, что с ним будет. Или мы отремонтируем, или получится видео, скорее всего, да, или нет. Так, ну сейчас вот я включил приложение, да, игрушку. Вот. И, значит, посмотрим, какой будет у нас рост температуры. Приложение начинает уже тормозить, лагать. Итак, видим, температура у нас доходит до 50 градусов. Для планшета это уже критично. Давайте попробуем сбить температуру. Открываем. Значит, это несложно. Для этого нам... Так, ну давайте отключим планшет и будем разбирать. Так, открываем. Где-то надо подцепить с края. Так, значит, нагревается у нас вот эта пластинка. Радиатор так называемый. Так, чтобы не мешалось. Уберем. Так, давайте попробуем, значит, вот этот корпус. Так, на излом мы сняли. Вот такая крышечка. Видим. Чуть-чуть нанесем термопасты. Хотя это спорно. Кто-то говорит можно, кто-то говорит нельзя наносить термопасту. Так. Нанесли термопасту. Укладываем аккуратно прокладочки. И все это прижимаем. Хорошенько. Вот такой у нас отвод тепла. Так, съел я шоколадочку. Ребята, я вам не оставил, извините. Но я думаю, это не проблема. Так. Здесь, значит, алюминиевая фольга. Вот я ее сюда сейчас и наложу. Побольше, побольше, не жадничать. Вот так слоями ее прям. То есть подручных средств.
Ну где вы какую найдете сюда пластину алюминиевую подложить? Вот так. Отлично, алюминиевая пластина для отвода. Значит, все, сейчас мы ее намажем опять термопастой. И площадь уже будет более, да, у нас. Может, вот сюда ее под низ подзаткнуть для красоты. Вот, это уже будет. Не, я все-таки думаю, лучше ее вот сюда прилепить. Все, и поджать чем-нибудь сверху. Какой-нибудь поролоночкой. Ну, какой-то вот кусочек поролонки. Сейчас вот тут вот намажем. И будет вот такой у нас дополнительный радиатор. Вот так вот. О, система охлаждения. Сейчас я, значит, в тестовом режиме минут 10-15 погоняю планшет в игре и замерим температуру. Ну, наверное, я даже видео назову: не выбрасывайте шоколадки. Сейчас модно такие речевки. Не выбрасывайте то, другое. Не выбрасывайте обертку шоколадки, значит. Это у меня дочь играет, я не разбираюсь. Дорогой, а дохуя это сколько? Аппарат, абонент временно находится в зоне действия. Баню с тебя, девочки. Вчера только, Маша, двух мужиков, яйца с кулак. Алло, ты где? Пивом иду с похмелуги, плющит нереально. Какие планы на сегодня? Как в жопу. Я уже сказала им, сегодня я буду сверху. А потом пришел муж и переебал по-своему. МТС. Люди говорят. Удалось ли нам понизить температуру? Ну вот видим, что в игре у нас температура, значит, процессор замеряется 42 градуса. Ну, это приемлемо. Ну, там можно что-то придумать, говорю, самостоятельно. Вот я фольгу, как предлагаю, да? А можно что-то, к примеру, там еще, что вы там найдете у себя. Ну, и в конце видео лайфхак, значит, от Майер. Мы видели, что надо вскрыть корпус, да, там, поработать над системой охлаждения. Можно еще проще. Можно вообще ничего этого не делать, а просто взять шуруповерт и вот так вот в одном месте просверлить и в другом. Вот. Все. Два отверстия диаметром 5 мм отведут тепло от планшета на 10 градусов. Это тоже проверено мной. Ну, вот такая вот идея мне пришла, вот так вот доработать, значит, планшет, провести профилактику. На этом все, что я хотел с вами сегодня поделиться. Ставьте лайки, подписывайтесь и переходите на канал. Там несколько плейлистов. Обязательно что-нибудь полезное для себя выберите еще посмотреть. Это был Майер. Вход, дверь, ступеньки, крыша, вдох, выдох, залез, вышел, иду по крыше, к самому краю смотрю, вниз все забываю, на спине парашют, 16-этажка, на асфальте клумба размером с чашку, бросаю вызов, прыгаю за ним, падаю в лужу, заебись, экстрим. Раз, два, коленки, суставы, поднимаюсь на левую, поднимаюсь на правую, выхожу на трассу, навстречу машине, визг тормозов, горит резина, открывается дверь, выбегает водитель, в глазах ярость неуловимого мстителя, удар в челюсть, падаем, лежим, морда в луже, заебись, экстрим, экстрим, экстрим.
Стою на лице удовольствие. Люди в панике, я в спокойствии. Слякоть, дождь, человек с собакой. Подхожу близко, завязывается драка. Брус клыков, ползут швы в пасть собаки. Уходят штаны, плевать на собаку. Пою песенку, морда в луже. Заебись, весело. Блюститель закона, подъем, арест. В милицейской машине нет мест. Бью по рукам, убегаю, ловят. Тут же наручники, как зверю готовят. Вырываюсь снова, но подводят ноги. Цепляю кирпич, что лежит на дороге. Хватают дубинки, подбегают месяц. Морда в луже, заебись, весело. Экстрим. 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 Сижу в клетке, штраф, свобода. Выхожу на улицу, хорошая погода. Захожу в магазин, ругаюсь с охраной. Один баран против другого барана. В трудном споре не находим истину. Бью булкой по его лысине. Подвигает еще и потом. Все ясно, морда в луже. Заебись, классно. Пора в школу, не пойду, незачем. Лучше срежу трубки в автомате вечером. Или проколю кому-нибудь шину. Только подумал, толчок в спину. Повернулся, вижу, стоят двое. На лице недовольство и гнев у обоих. Трясут деньги, трясут напрасно. Опять в луже, заебись, классно. Экстрим. 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 Встал, отряхнулся, увидел надпись. Всем слабоумным приходите на запись. Иду по адресу, записываюсь, вижу. С каждой тренировкой интеллект выше. Плечи растут, живот тоньше. Чем больше ходишь, пиздят все больше. Выхожу из зала на человека похожим. Не режу трубки, не хаблю прохожим. Пошел в школу, получил пятерки. Принес их домой и избежал порки. Зашел в магазин, поздоровался с охраной. Правда, по привычке обозвал их баранами. Правда, не обиделись, видят, меняюсь. Ни колюшины, по крышам не шатаюсь. А мне и самому, как появилась сила, надоело быть недоразвитым дебилом. Экстрим. 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 Come on and let me out.